участвовать, не планировал на самом деле. Пришел судить. В последний момент за полчаса до начала поединка решил побороться. Хотел попробовать, насколько быстро я реагирую под команду, чисто под старт. Организация очень понравилась. Были сильные соперники, гости из СУМ, из Молдовы. Очень сильный состав в абсолютке подобрался на обе руки. Левую мог сильнее намного, но старая травма не дает покоя. Не хотел ее травмировать, поэтому Сергеем Паньковцом не стал рубиться по полной во избежание травмы перед чемпионатом мира. На правую все было довольно просто. Первый поединок с моим напарником по тренировке Владиславом договорились, что я ему отдаю. Потом пошел по низу. Готовлюсь на чемпионат мира в Малайзии в категории 110 килограмм. Это будет мое первое выступление вообще в 110. Я никогда там не боролся. Это будет мой дебют ни на Украине, ни где. Поэтому решил здесь попробовать с тяжами, как оно будет, потому что всегда выступал до 100 килограмм. Впервые у нас в 2015 году турнир стал на таком уровне серьезном, я даже так сказал. 76 участников зарегистрировалось у нас на Кубке Киева. Мы заказали новые столы, впервые у нас медали такого класса. Приглашаем разных спонсоров, ищем деньги. Мы пытаемся сделать все комфортные условия для того, чтобы армрестлинг развивался в Киеве. Касательно категории своей абсолютной могу сказать, что было очень много сильных соперников, то есть порядка 5 человек были практически одного уровня, то есть Антон Коляжин, Пайковец Сергей, и Максим Меркулов, и Андрей Шелудяков, то есть решали уже не столько силовые показатели, а технические навыки, то есть кто первый выиграет старт, кто более, скажем так, грамотно подвелся под соревнования. Турнир прошел достаточно на хорошем уровне, большое количество людей. Вообще уровень с каждым годом растет, и иногородних ребят очень много. Борьба в категориях, особенно 70-80 килограмм, была достаточно тяжелой. Не растягивайся, ты пошел. Дай-ка!
Кубок Киева впервые у нас прошел при таком большом количестве спортсменов из разных регионов. Многие киевляне откликнулись. Вот совсем недавно мы выбрали исполняющим обязанности президента нашей федерации Артема Рубана. С его приходом у нас появилось больше возможностей для реализации наших планов в плане подготовки к турнирам, в плане организации, в плане финансирования. Надеемся, что с приходом этого человека к нам уровень Киева, сборной Киева будет только расти. В конце концов, мы уже занимаем лидирующие позиции. Надеемся, что выйдем в лидеры украинского и мирового спорта.